дальней трибуне. Там их украсили графикой, болельщиков нет, увы. Ну и гламучают, несомненно, кротоны. Аутсайдеры вполне можно измениться, потому что время еще есть. Еще практически первая скрипка, безусловный состав Дженуа тоже 3-5-2. Мать, Виллин в ворот. Ну и вообще места специфические. Кротоны, если притягательные. Но все, что южнее, там уже... с учетом сегодняшних сыгранных, это, в общем, можно считать тоны. Тут сразу начинаются разговоры о том, а чью помощь солнце, а как помогает ветер, несмотря на юный возраст. Ой-ой-ой, какая ошибка! Здорово Дестро сыграл! Шумуродов! Мазьело! Шумуродов передач! Уродов, подбор, Дестро, хорошая передача, можно забивать. Прострел этот от зайца. Забивает восьмой свой гол в чемпионате Италии. Чемпионат мира 14 года. Навес. Отличный навес за Покосты. И удар Чебора слева. Можно продолжать. А вот теперь Чебора. Шумуродов. Пеца и Кротоны. И Болонья. То есть... накинул Перо Джакамелли к первому тайму. И даст какие-то шансы. Может... абсолютно правильное положение Дестро, который забрался между двумя защитниками. Вот теперь навес. Здорово! Ну давай, Дора! Меняют они Зайца и Шумуродова. У них Зайца провел матч